прощать, не сказать, во-первых, мы очень скоро с вами увидимся, спасибо вам огромное. Один мой очень хороший знакомый сказал, если у человека в сердце живет любовь, ее обязательно хватит на всех. Пожалуйста, пускай вам хватит сил на всех артистов, там все очень нарядно и красиво, дико волнуется. Любит вас из души, обняла, пока. Давайте поаплодируем! Погромче! Ну что, ребята?